Всем привет! Сегодня приготовим вкуснейший суп из нута и овощей. Этот супчик не только легкий, но и сытный, а еще красивый и полезный. Возьмем лук-порей, или по-другому его еще называют жемчужный лук. Сваренный нут. Можно взять консервированный. Свежий или замороженный горошек. Белый кабачок или цукини. Вот такой красавец чеснок. Пару-тройку стеблей сельдерея. Болгарский перчик. Помидоры без кожи, крупно порезанные, можно сделать самим или взять уже готовые из банки. Соль и перец. Первым делом порежем и почистим перец, удалим всю сердцевину и отправим в духовку запекаться на 30 минут при 200 градусах. Порежем лук-порей. Резать все овощи можно так, как вам нравится. Нет никаких границ фантазии. Порежем сельдерей. Кабачка возьмем столько, сколько захочется. Мне вот захотелось использовать только третью часть. Почистим его и произвольно порежем. У меня сегодня кубиками. Чеснок раздавим и порубим, либо натрем на мелкой терке. В кастрюлю с толстым дном нальем немного растительного масла и забросим туда порей и сельдерей. Немного перемешаем и обжарим до золотистого цвета лука. Это займет буквально 3-4 минуты. Затем добавим горошек. Порезанный кабачок, помидорки и звезду нашего супа нут. Все немного перемешаем и вольем горячую воду из чайника. Накроем крышкой эту красоту. Суп должен вариться до готовности овощей. У меня это заняло около 20 минут. Тем временем перец готов. Достаем его из формы, кладем в пакет для того, чтобы потом легче было его почистить. Минут на 15. Через необходимое время достанем и очистим его от кожицы. После того, как мы его почистили, мы его порежем на ленточки. Прошло около 20 минут, суп почти готов. Теперь добавляем ленты перца в супчик. Всыпаем чесночок. Добавляем соль и перец. Перемешиваем, варим 2 минуты и выключаем газ. Все, суп готов. Если он постоит минут 30, он будет еще вкуснее. В итоге получается очень ароматный, вкусный и сытный супчик. Посыпем его зеленью, у меня тархун и базилик, и получим огромное удовольствие от обеда. Если вам понравился мой супчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч!